Вы находитесь на канале Asmodee Play. Мы продолжаем играть Call of Duty. Первый. Граждане Советского Союза. Почти год прошел с тех пор, как немецко-фашистские захватчики вероломно напали на нашу родину. Громкие слова. Нашу землю, разрушая города, сея смерть и насилие. Советский народ оказывает героическое сопротивление захватчикам и готов нанести врагу решающий удар. Мы должны отстоять Сталинград, город, носящий имя нашего дорогого вождя, товарища Сталина! Братья и сестры, товарищи! Наши доблестные солдаты защищают каждую пять советской земли. Встанем же все как один на борьбу с немецко-фашистскими оккупантами. Да без проблем. Прям сейчас поднимаюсь, подожди. И бегу. Так, приказ номер 116 Народного комиссариата обороны СССР. Ну, читайте. Нажмите на паузу, да, прочтите. Товарищи, Волга, Сталинград. Этот день будет самым 42-й год. Бейте немецко-фашистских захватчиков изо всех сил! Отомстите врагу! Пусть за каждого павшего советского солдата враг получит 10 убитых фашистов! Ага. Не будет. Мне патроны достанется или винтовка? Пораженцам и предателям! Любой, кто покинет свой пост, будет расстрелян! Суки синепогонные! У самих-то автоматы. У меня без автомата в бой идти. И шагу назад. Вы будете хорошо вооружены в будущих битвах. У вас будет пища, вода, оружие и много боеприпасов. Как вы думаете, что есть у немецких солдат? Все, снабжение. Всего. Их линии снабжения истощены. Ага. Их безрассудно. Крупное продвижение к Волге приведет к нашей победе! С нашей превосходящей силой, с нашей героической доблестью... Вы-то хрен пойдете в атаку. Все время толстеете он. Ремень хрен застегнешь. Мы остановим фашистских фашистов именно здесь! А вот этот кожа до кости. На! Что ты жопу-то прижал? Стреляешь, нет? Ну давай. Чё, присесть, присядем. Они возвращаются. Убить его! Смерть предателям! Не отступайте, огонь! Огонь полетит! Куда? Дебилы. Думали, он переплывет. Ох, идиоты вы. Так, надо найти винтовку мне первым делом. Еще трупы надо отбирать, чпевать. Че? Всем с борта, чего вы ждете? Так, сам выходит. А, я думал, я помер. Солдат с винтовкой стреляет. Солдат без винтовки следует за ним. Когда солдата с винтовкой убивают, солдат без винтовки берете те, у кого нет винтовок, следуйте за теми, у кого они есть. Если солдат... Так и знал, что мне ни хрена не дадут. Как в настоящей армии. Так, мой шанс подобрать где-то тут винтовку, да? Да стой! Дайте винтовку! Блин! Я уже сказал вам, ⁇
Я с чем вам должен воевать? Ты с винтовкой пришел? Ты с винтовкой был? Что с винтовкой? О, давай. Ну, подыхай, либо мне давай. Ты сам не стреляет еще. Что это после чара-то? У вас ни у кого нету винтовки нахрен. Петушары. Как я не знаю вообще. Что это за подстава-то такая? Хороший из меня воин, у которого нету. Ну ни хрена. Кроме дерьма в сапогах. Блин. О, давай посюда пойдем, может. Так, что-то ничего не нашел, хрен остал. Винтовок нет. Идите с тем, у кого есть винтовка. Товарищ, я не могу попасть в этих пулеметчиков. Мне нужно, чтобы вы отвлекли их огонь на себя. Видите этот грузовик? Там наверху. Дайте им перезарядить оружие, а потом бегите и не останавливайтесь. По моим счетам. Готовы? Давай! Даешь мать! Бум! Ладно, товарищ, делаем то же самое. Сначала мы направляемся вон к той разбитой машине. Давай. Дайте им перезарядить оружие. Готовы? Да. Хорошо. Вперед! Вперед! Пал. Хрен там, я сяду, а сейчас. Мне лежится неплохо. Давай, мужик. Что ж, дружище. Молодец. Либо вы везунчик, либо у вас очень маленькая голова. Мы будем в большей безопасности в том здании внизу. Не беспокойтесь, комиссар. Я позабочусь. Хорошо. Вперед! Вперед! Умри, предатель! А, предатель. Молодец. Ой, как я тебе рад. Обеспечьте нас артиллерийской поддержкой, сержант. У меня почти кончились боевые. Предатель. Бойцы. Сучара. Мы можем потерять вдохи. Давайте. Вот я так благодарен тебе. Бородин. Еще бы вот там на кораблях бы мог бы подбить, вообще бы цены бы тебе не было. Всех этих парней. Крыс. Синий погон перебить. Так. Земля взрыта. Ой, со знаменем бежит. Да. Артиллерия это нам не шутка. Там, наверное, вообще что-то живое осталось. Сдохло все вместе с метробами и тараканами. После такого-то. Что взрывом не убилось, как осколки не посекло, что осколками не посекло, сгорело. Немцы отступают! Вперед, товарищи! Мы вперед! Захватим Красную площадь! А, так это Москва! Так это Сталинград, а что Красная площадь-то? Ну, хотя, да, хоть и... Все красные, так, площадь красная.
Так, знамя. Даже знамя мне не дали взять. Ух, ладно. Может, хотя бы со знаменем бы шел. А что знамени не дали? Обидно. Че, у него что, доверия нет? Красная почта, Сталинград, 18 сентября 42 года. Так, оружия у меня так и нет. А это кому? Наших расстреливаете? Не мешкайте, товарищи! Ни шагу назад! За Россию, матушку! Вперед! Блин, страшное зрелище. Победа или смерть! Ну давайте! Оружие, дайте мне оружие! Так. У меня тут каждый патрон на счету. Потому что их выдают он, как видели. Блин. Ты своему уже не стрелял. Ой-ой-ой-ой. Послушай, товарищ! Голову умрет, если останется здесь! Нам с тобой надо найти способ атаковать их! Чего надо занять подходящую фланговую позицию? Я нашел Клондайк. Даже не знаю. Вау, у меня ПШ пошли вы нахрен. Хоть он и не точный ППШ, но зато мощный. Так, ну и... Так, нейтрализовать офицеров, так, понятно. А как их отключить? Так, не тридцать, так локально осталось 4. Ну ты же не офицер. Сначала устраняем офицеров, они вызывают подкрепление. Пошел. Так. Отвоевать красную площадь. Где-то еще есть? Он тут есть, но я даже не вижу. Так. Сначала устраняем офицеров, они вызывают подкрепление. Да я знаю. Но где эти офицеры нахуй? Вот, нашел. Еще один, да, остался? Ты где ж ты прячешься? Тебя даже не видно. Так, задача обновлена. Такая.
как отвоевывать Красную площадь. Тихо. Где еще что есть? Так, вот. Его-то как-то надо захреначить. Так, ППШ. Надо спуститься. Сейчас тут можно еще спуститься. Одна дверь. Блин. Идем. Один вход, один выход. Это. Zurückfallen! Da sind sie! Так. Ну, пока иду правильно. Ага, вот так вот. Блин, не дали пройти. Что-то я упускаю. Что-то я упускаю. Может, надо подождать. Может, мне вот этот человек поможет. О, что-то происходит, смотри. Расхреначьте их все. Что, не попало? Будешь докладывать ему прямо отсюда. Все, понял. Ну вот. Блин, я думаю, я что-то не так делаю. Так. Ну пойдем. Тут я навыбивал. Вон они. Так, МТ-40 взял. Укрытие. Подождите. В укрытие. Отойди. На. Что, серьезно, никого? Как такое может быть? Так, опа, опа. Снайпер. Так, с этого-то я ППШ, то что не попаду никого. На дальней дистанции-то. Тихо, тихо. По фашистам с ППШ. Звучит?
Или вы что думали? Так, со снайперкой надо было что-то заходить. Так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ох. Вау. Ничего себе. Вот так. Где-то тут есть аптечки? Ну, конечно, сомневаюсь, но все-таки надо глянуть хотя бы. А это так непроверенные, непроверенные будем. Аптечек нет. Пойдем, пойдем. Вот они. Вот такой вот я немножко счастливый. Получил? Падла. Вот я даже боюсь представить, по кому-то там. Всем пригнуться! Так, бум. Здорово ты его. Мне понравилось. Укрытие! Да подожди! Твою ж мать-то! Кто сзади? Кто сзади? Давайте, давите его, падлу. Блин, так нечестно. Так, ждем. Понятно, конечно, ну ладно. Понятно. Так. Снайпер, да, где-то хреначит? Так вот в меня не попадет. Ну давайте к пулемету. Так. Встретиться, встретиться. Чё меня-то никто не встречает? Да ну тебя нахрен. Падла. Стоит еще. По фашистам с ППШ. Ну, снайперов нет. Ой-ой-ой. Во-во-во-во. Так. Моя группа поддержки осталась там. Ни хрена себе. Выхожу я такой, значит, из-за угла, на меня тра-та-та-та-та с автоматами люди. Не выхили,
А я еще ниже. Вот и не угадал. Вообще никто не угадал ни разу. А я думал, с ППШ не попасть будет по нему. Подождите, а если я с ним встречусь, он что, захвачен что ли? В плену? Трусы умирают много раз, до истинной смерти. Герой лишь раз встречает смерть. Ну, это понятно. Ну что ж, пока.